Рука. А чё мы здесь? Короче, ребят, добро пожаловать на Кибериаду. Новую Кибериаду. Так. Бриф 3 минуты. Добро пожаловать на Кибериаду. На новую Кибериаду. Бля, у меня у чела реально один глаз, и он что-то, видишь, какие-то моменты он не видит. Чиби, привет, мэн, спасибо тебе большое за ресап, уже 42 месяца с нами. Так, админ, деадмин. Ой. Да, 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 я шарю, как вставлять словечки из иного языка. Так, ладно, пока посидим. Ой, блядь. Пока посидим, подождем всех. Вынюхать. Вы вынюхиваете предмет и определяете, кто с ним взаимодействует. Также вы можете запомнить запах определенного человека, обнюхав его. Прикинь, что могут вульпы, блядь. Прикинь, что могут. Сумасшествие, блин. Только не работают, пробуй, чтобы убедиться, слова отдельно только на паре можно. А, да? Так, а где языки у нас? Open language menu. Канилунс. Смотри, попробуем. Так. Запятая. 7. Пиздец. Ну вот, я на вульпачем говорю. Все работает, наверное. Главный врач, без канун тебя приветствую, экипаж. На эту смену я буду главным врачом. Прошу привести датчики в третий режим. Будьте здоровы. Бля, смотрите, я надеваю повязку на другой глаз, все, я нихуя не вижу. Вот реально один глаз вообще нихуя не видит. Я чувствую себя расстроенно. Давно я не закурил. Бля, Рабас Голд есть. Ой-ой-ой, Чиби, спасибо тебе большое за 3000. Блять, срочно закурить нахуй. Дратути. Привет, Чиби, спасибо тебе за ресап и за донейшн. Здорово, мэн, спасибо тебе огромное. Чё, как ты, как дела, старичок? Спасибо большущее, большущее спасибо за поддержку. Рабаст Голд. Такс, спасибо огромное. Огромное спасибо. Так, ладно. Ждем всех. О, и настроение. Я в порядке. Я недавно курил, блядь. Да, 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 да. Так, подожди, а где у нас? Это Лампиус. Триггерная кошка. Я думаю, у вульп нету. Не бей кошку, блядь. Не трогать кошку! Тишина! Тишина! Блять, что? На данный момент цель щиты. Всем удачной смены и, пожалуйста, оберегайте свою живность. Они у нас самые ценные, что есть в жизни, как и в кстати, жизни. Оповещение классно сделали, что озвучиваются персонажем. Да? Я правильно понял? Мне очень жаль. Всем сесть. Так. Приветствую, уважаемые члены службы безопасности. Задание на сегодня. Порядок, порядок и еще раз порядок. Я только недавно прибыл с Альтама. Попадание есть. Хорошо. Кто из вас скажет мне, из какого я клана?
Манулина. Все верно. У нас в догмате существует несколько целей, а это выполнять свой долг. Чти честь. И выполнять свой долг. Что вы будете делать на этой смене, офицеры 7? Именно. Не работать. Выполнять свой долг. Так, Варден, подойди, блядь. Так, Варден. Подойди, звук норм, чуваки? Подойди. Я слышу шепот, да, вульпы слышат шепот еще. Детектив. Твоя задача — распределить патрули по станции. Есть. И носить мне сигареты. Рабаст Голд. Здравия желаю, Хорс. Я подтвердился. Проклятые люди подсадили меня на эту дрянь. Я теперь и часа не проживу. Без нее, блять, без них. Я теперь и часа не проживу без них. Ой. Была шлюха 7, теперь офицеры 7. Найдите 10 различий. Все. В остальном. В остальном. Соблюдает ГЗСРП. Только Рабаст Голд. Каждый из вас. Только он. Вопросы есть? Вопросы есть. Иван Арбузов, блять. Кто это нахуй? Бля, не пойму, прическа, блять. Никак нет. Варден, приступай к распределению. Я потерял глаз и руку на альтаме. Не нужно меня испытывать. Распределяемся по двое. Я этого сделаю. Иди. Давай. Иди. Ты кто, блядь? А ты кто? Что за куст? А ты кто? Я думал, это куст. Я думал, это куст. Один глаз не видит. Один, а два. Брокколи. Прости уж, коллега. Он что, будет помощником? Нет, давай поможем друг другу. Подвойка, я же сказал. Он понимает, что мы уже распределены или нет? Не понимает. У него пустой рассеянный взгляд, он должен совершенно ничего не реагировать. Возможно, скоро он напомнится. Блять, он еще и тупой. Выйти! Выйти! Да. У нас уже распределение. Кому там голову отшибло? Василиса. Повтори. Телеком сдохли. В должности. Ремова сингулариты. Это был ветер. Глупо было, у них слух хороший. Повтори это. Простите. Таблетки нужно принять. Встать в строй. Встать в строй. Ебать, у него куст, блять.
медицинский отдел. Давай сюда. Нет, давай. Я документирую. Мило хочется. Стоять не могу уже. У нас на руках это уже расписано. У вас уже все задокументировано. Увижу, как ты хлебаешь пивко на работе. Уволю. Бля, охуеть, что он слышит шепот, это вообще имба какая-то. Реальная имба. Слава компании. Все за работу. Брик на нас с тобой. И этот. И этот. Черт, тряска началась. Боец, чего расселся? Проклятые люди. Что у нас по командованию? Так, а как, ребят, вопрос. Как тут посмотреть в ПДА состав командования, блядь? Блядь, мужики, вы просто посмотрите. Тут есть нижний уровень с брига. Ты такой, можешь, бухуяк спустился. Тут, короче, подземный уровень брига. Дальше ты такой идешь. Идешь такой в перму, короче. Заходишь в перму. Хуяк в перме, короче, тоже два уровня. Типа вот тут основной, там нижняя качалка, короче. Вот, внизу также есть там место, чтобы помолиться. Ботаника. Здесь можно художество рисовать. Тут реально можно рисовать, блять. То есть, ну... Бля, как... Ну, короче, вы поняли, блядь. СМ готов, скоро синву сделаем. Шахтеры померли уже, что ли? Вот, я нарисовал, типа, и тут теперь будет написано хуй. Блядь. Вот. Вот. Что тут еще можно делать на этом билде? Тут я не помню, что в перме. Короче, ташки бряда только в раз... В раза три больше, наверное. Вот. Как космос реализован с уровня? Заебись. Тут в космосе, короче, если ты на этажах, нажимаешь page up, у тебя джетпак вверх летит. Нажимаешь page down, он летит вниз. Вот. В остальном тут вот все есть. Такс. Сейчас, может, брифинг какой-то. Так, как еще раз говорите открыть? Как посмотреть? Это не от энергии. Как посмотреть? Лайфхак, хочешь карту ПДА? ПДА нас... Да-да-да, сейчас. Как посмотреть Crew Manifest? Давно смотрелись. Нужно посмотреть как-то Crew Manifest. Пиксагон. Crew List. Ага, командование. Капитан, главный враг. Ёбаный в рот. Капитан, брифинга не будет. Ёбаный в рот. Мышка всегда была, курсор всегда был. Нам нужна печень для пересадки. Что ты сядь? Сейчас будет. Ожидайте. Сара Органикова. Roll it easy. Чего орёшь? Слабый духом.
ПДА выключай, он разряжается, имеет способность. Пиздец, еще и ПДА разряжается. Бля, у меня, кстати, не за один раунд он не сел. Ожидай. Привет, не подскажешь, что у тебя за мика? Привет, у меня HyperX Quadcast. Но еще при Кингстонах. Сейчас все, что не Кингстон, все так себе. Там HP теперь владеет HyperX'ами. У меня все старое. Кого проводить? Кого проводить? Офицер говорит, что он жирный. Может, в Перме тренироваться? За мной! У нас свой бар. Вот. Вот. Занимайся. 5 ГСБ Вульпа, да сколько можно? Мне заказали. Монах опять купил. Никакого. Никакого. Стой, подожди. Стой, подожди. Вот. Робаст Голд. Вставляй в рот. Тот самый Робаст Голд. Да. Затянись. Охуенно. Давай, работай. Давай, работай. А чё он? А чё, а как тренькаться, блять? А вот. Ну-ка. Чё сидишь, блять? Чего сидишь? Работай. Ну, поднимай. Жми, блядь. Поднимай же. Жми. Жми. РНДД, я отлучусь на пару минут. Не теряйте. Давай я подстрахую. Глупые люди. Давай. Внимание, экипаж. Сокровище в баре. Нужны! Иконка слева сверху. Ну как? Жаростряс. Да он поднять не может. Да он поднять всё не может. Все совсем плохо. Небось в отпуске на пивной диете сидел. Ну ничего. Ваша правда. Мы сделаем из тебя мужчину. Ему надо рабаст голдать. Давай на грушу! 5 лет в отцапке уже был. Работай с грушей. Работай. Работай, не стой, долбарик, бля. Работай. Работай. Не отвлекайся. Слабак. Слабак. Я немного грущу, блять. Надо. Пойду поем. Пойду поем. Что-то грустно, блять. Тут, короче, ты можешь смотреть за настроением твоего персонажа, чтобы. Кстати, а почему тут нет автоакцента? Вот вопрос. Чтобы следить, что с тобой вообще происходит, что с персоном, как он себя чувствует.
пиздец. Что у нас сегодня? Я буду мясо. У них, блядь, пушка наедана. Зарежьте козла. У нас завтра. Ядра. Я заплачу. Зарежь козла. Или свинью, блядь. Или свинью. У тебя дед еще не забывает, и жрать некоторую еду нельзя. Можешь посмотреть меню создания перса. Какую? А как это сделать? А как это сделать? И будет нашей пушкой. Альберт Кинокрафчик, мне кажется, Патрик скоро нарушит закон божий. Бля, как будто погромче хочется сделать. Так, звук. То есть громкость. Сколько ему нужно времени, чтобы разобраться с тобой? Фамилия экзотическая. Давай, жарь, блядь. Давай, жарь. А где его наша еда? Ему надо 7 минут, чтобы разобраться с вами. Завтра. Давай мясо, блядь. Давай мясо. Персонаж. А где Эльда смотреть? Повар. Мясо для ГСБ. Кажется, мы кончились. Чё за яйца? В чертах? Список видов. Сам и жри. Будете пончик. А есть живые в Бриге? Только что мы разобрали. А чё за список видов? Волос, ингредиент, снаряжение, профессия, антагонисты, черты, голос. Дай мне еды нормальной. А, на лапу? Вид. Как дома? Чувствительность к алкоголю, быстрый метаболизм. А где еда? А вот. Нелюбимая пища. Grain, fruit, nuts. Любимая пища. Мясо. Seafood. Короче, я понял. Мясо и рыбу можно есть. Сам их ешь. Кого знаешь, очевидно. Я тебе сейчас ебало набью. Догма-то ради. Что ты сделаешь? Готовь, давай! Еще раз едой бросай! Офицер! Будет ли еда? Да хохнулся! Хорошо! Делайте! Повар! Давай! Пожарь мясо! Рядовой кус, блядь! Скорее, я умираю. Скорее. Я умираю с голода. Капитан, уже Кинокрада убили. Причинение от капитана. На данный момент большинство отдел прошло проверку трудоспособности. В случае сложности при работе с особой технологией не бойтесь спрашивать что-либо у старших по должности членов экипажа. Крутые ребята. Заставь его этот кус брить. Да не. Пускай. Он в этим он и популярен будет. Этот рядовой кус. Получил надежные данные, а возможно, и помощь техники по церкви, он сейчас оживет. Может держать оружие на виду. СБ под церковью. СБ под церковью. Причине отсутствия информации от службы безопасности на станции обнаружены Кинокрады. Это что? Звукая маскировка, никто не заметит его. Сейчас нужно посмотреть, какие у меня тут опции есть ГСБшные с кабинета. Камеры-то понятно, я могу смотреть. Надо посмотреть, что еще есть. Так, с...
Так, зависло все нахуй. Это и есть карта. Ага, камеры. Они, наверное, вот багованы чуть-чуть, да? Или нет? No signal input написано. Что за баф на 4 секунды? Это хорошей еды. Ты когда ешь хорошую еду, у тебя типа перс такой. Вау. Вкусно, круто. Блять, лагает. Где? Где? За Атланты практически на них отбей резервчик. Сука, я тебя увольняю! Дайте ориентир. Мужики, животное ебаное. Ты проведи меня до хотя. Не заходите в ксена. Пара тебя тоже. Там пиздец. Проверьте инженерку. Проверьте инженерку. Здорово, Мразот, привет. Тут картинку под общей картой еще не сделали. Да тут интуитивно понятно, если киберяду, знаешь. Не проблема. Попросил вас, блять, успокоиться, а вы, блять, избили его до смерти почти. Приди. Проверьте инженерку. Правильно. Что там орет? Чё там? Чё там Асия орёт? Иду туда! Выбей! Чё там Асия орёт? Наушник свой сделай громкий, а то не как глава. Возьмите мегафон на рации. Раз, раз! Тут какой-то труп в мусорке. Я говорю, проверьте инженерку! Бегом! Это под церковью! Это мой. Где труп? Астольфо Моро, блять. Кого там вульпы убили? Что они наделали? Сишку, сишку. Тряска началась. Кто-нибудь принесите мне пачку рабаста колда. Работаю уже. Тут еще такая ксена прикольная вообще. Ебать, что там? Блять, там клоун какой-то, переросток. Я думаю, что все под контролем, кстати. Я думаю, что все под контролем. Здорово. А че рано начали? Здорово. Ну, в смысле, 9 вечера уже, пора бы. Тут у меня вообще интересного есть. Это где вы? У себя. У себя. Так, это забрать. Блять. Бля, как закрыть? ПКМ. Надо привыкать. Надо привыкать. Там внутри ксена есть клоун. И пострашнее. Бля. И где? Кто?
Где ты? Тут его нету. Тут его нету. Все, иди. Давай иди отсюда. Ну и хули ты меня зовешь в брик, когда тебя здесь нет? ГСБ. Рабас. Давай. Давай. Это не Рабас, блять. Это не Рабас. Не Рабас, Голд. Мне сказали, что нужно дать показания. Но я все еще возьму. Брит-то что-то надо? Вот и дух Ксена, блядь. Ой, что-то так подлагивает начало. Капец. Что там? Винограда убили. Молодцы! Молодцы! А вот это что, блять? Экспериментал сканер. Блять, Рабас Голд 100 кредитов стоит за пачку, охуеть. Да, Сига выпала из зубов, когда подскользнулся. Ха, у меня арбузов, блять. Бля, тут нету кобуры, чуваки. Как предмета, блин. Который на одежду можно повесить. Есть. А где ее взять? Бля, опять пинги. Что-то вообще какие-то пинги страшные, блядь. Такого вообще никогда не было на ТГ. Да, протез поставим сейчас. Надо пушку скинуть. Смотрите, есть, короче, какая стрельба автоматическая. Просто зажимаешь. У тебя и прицельчик есть, и все есть. Очень удобно. Да, я видел, Грамбила, я видел. Вы забыли купон с пачки сигарет достать. Вот. Это твое. О, кобура, кстати. Блять, подождите, а ее на слот, что ли, надо, или что, или как? А как кобуру вешать? На пояс, да. А, короче, ты выбираешь. Я понял. Так, ладно, с этим моментом
разобрались. Так, встретимся там же, где она. Так, что у нас там? Слово офицера с 402 статьей. Слушаю тебя, родной. Нет. Эй, что там у тебя случилось? Он сказал, что я не разбирался в этом и просто привел. Рассказывай. Ты из Рахта. Рахта. На кибернетик стичет, но не хамбейный сярчик. Но я и не говорю, что его слово имеет... Может, сунь пушку КСБ в сумку и лазер в броню. Ну и я дала сдачи ему. Как выпустите меня? Я хочу найти что-нибудь поесть. Превышать полномочия не нужно было. Не а чё, чё там было? Мы не на Альтаме. Привели вульпу инженера со словами 402 статья. Нам нужно сдерживаться. А, его трамвай сбил? Я не забивала его. Он вполне стоял на ногах ровно, когда я прекратила бить. Перезарядка заказа завершена. Новый заказ может быть создан. Говорят, 402. С этого момента кто умрет, тот есть не будет. И ничем это не подходит. Рабаст Голд. Бери. А те, кто живы, едят мертвых. И открой. Ну ничем это не подкрепляет. Спасибо, я недавно только бросила. Как знаешь. Как знаешь. Вардер. Что было со слов свидетелей? Заходите в мою святую обитель. Две вульпы. Блять. Вот, господин Грязно. Вкратце, Варден. Вкратце, Варден. Червя убил, офицер. Также попрошу учесть, что здесь нельзя. Молчи. Конечно, план же несколько тем обвинения, что тупил ее питомца. А у нас есть орден на все с небольшой потасовкой. Пока еще четыре ящика. Запрашивай мечет Галилю вратолетатку. Проблемы с координацией. Диктофон у тебя! Что ты видишь вокруг себя? Кошмар в Аранде. Да. Включи запись. Включи запись. Проиграй ее. Слышу. Ксена на этаже ниже. Вайер не списку. Конкретнее. Ноль. 4 Сьюзен Доу. У нас вообще 6 Селили Бутана здесь сейчас. Но мы какое-то время пытались покорить. 9 Мелисса Китерай, где инженера в бар, пожалуйста. Шуля озвучивай. 0, 15 Михаил 0, 16 0, 17 Сиарша Вечер. Вообще в Ростове я не вижу его же питомца. 0, 20 Я подтвердил себя, что 25 Селили Бутана. У меня нет времени. 0.31 Гриф-Дрек. Пугачик не включится, приорный спускот. Тренинг инженер продолжает физику на теле состояния. 0.37 0. Они сильно ранены. 42.26.7.8.16 секунд. 1. Да, я был 24 Савелий Сиархан. 1. Видишь, я сказал, что 6 Савелий Сиархан. 1. 29 Вулкан Крифт. Речь идет про члена экипажа Пайру. 32 Вулкан Крифт. Для протокола. 1. 35 Савелий Вулкан. Я считаю это покушением на свою жизнь. 1. 39 Савелий Вулкан. 1. Да. 41 Вулкан Крифт. Центральное командование.
Сообщение защиты активно с монотезин. Один из членов экипажа был захвачен конкурирующей организацией, и нам пришлось заплатить выкуп, чтобы вернуть его назад. В соответствии с политикой компании, часть средств станции была изъята для компенсации. Я не знаю, что сказать. Непонятно ничего. Я вообще не местный. Наши деньги. Я и так в долгах, блядь. За драку ее. И отпускай. Это засадь. Алкашная рулит. СЕ. Ну, этот урод, сука. Попробуйте это мат. Мне ящики отменять. Принято. Сколько там? Давайте притерку у них. Будет выполнено. Два пачки рабас, колда. Отменяй три. Все, иди. Ну, можно и... Иди в арте. Я разберусь. Ты энергом не платил античек, но никак не лично не вам. Лично мне, да. Здорово, Диос, привет. Ой. Хорошо, скоро буду. Мы своих не бросаем. Меч догматов сомнений не знает. Сейчас свободен. Иди уже. Отправил допрос по факту на новую цель. Так, ебать, а это кто, блять? А этот кто? Да, блядь. А с ним что? А с ним что? Я совершенно трезвый. Ну и что это? Он в трусах. Он в трусах. Отбивался. Я уже купила, подойдите. У нас есть отрезвитель кто-то? Есть. А что за лазерный мушкет? Вроде вот туда надо. Смотри, иди сюда. Иди сюда. Кошки. Вот отрезвитель. Был тут. Вот отрезвитель. По делу. Ужас. Иди уже. Иди уже. Мы ее отпустили. Вот. Бля, статуса не видно в повязке. Вот бы одноглазую повязку, было бы вообще заебись. Как протрезвеет, выпускай. Понял, куст. Есть? В СБ Данжену засуть иди выброшенной камеры. А как это? Посмотри в вещах. Я хоть посплю. Офицер Куст, разве на ТГ нельзя худы с повязкой объединить? Или может там отдельно есть? Я не знаю, пацаны, я только начал играть. Как называется? Shield, Compaction Gun, Energy Gun. Нет, я не знаю, где смотреть. А, в мешке. Вот он, ух, ебать. Вот это я понимаю, блядь. Как нет места? Ладно. О, норм. Только он покрывает всю слепоту глаза, типа. Он не перекрывает глаз. Да-да. Да-да, это просто респрайт очков. Ну ладно. Порядок, чтобы был. Чё трясёшься? Чё трясёшься? У него алкогольная алкотряска. У него алкотряска. Вызывай врача, блядь.
Вызывай врача! Вызывай врача! Кошмар живой! У нас кошмар тогда. Или все? Все нормально. А чего ты трясешься? Он, блядь, на месте не стоит. А чего ты трясешься? Просто хрен давно. Вот главный вопрос. Жив или нет? Живой. Где ресурсы? Нужна сигарета. Держать надо. Ты протрезвел? Должен быть. Канадец. Ты протрезвел. Пойду искать. Не ходите по тяхам. Там кошмар. Вы видели канадца? Так, глоток снова прорезал. Да я трезв. Глава персонала с детской отпускаю Варден. У нас есть проблемы с нехваткой ботаников, тем, что их вообще нет, и у кухни из-за этого нечем готовить, а также проблема с ресурсами шахты. Так что объявляется быстрый набор в ботанике, и шахтеры без бумаг для более быстрой эффективности исправления проблем. О, Фури. Да, ребят, заказали мне. Повар. Повар. Мясо. Это капитан? Руки на стол, реально. Заказали с фейка, да? Здорово, Дельмира. Так, что-то я не спрашивал давно. Офицеры, отчеты. Офицеры, отчеты. По ситуации. У нас красный код, блять, с начала раунда. А где посмотреть, какой сейчас код? А еще смотрите, короче, фишка на ТГ. Вот ты, когда видишь кровавый след и ступы на нем. Вот, допустим, там все убрано сейчас. Но когда есть кровавый след, ты можешь его shift-кликнуть, и твой перс будет рассматривать. Короче говоря, что это, чей это след. Типа, ну, там собачий, человечий, блин, макакий. Вот, короче, тут даже такой механ есть. Карту, чего не носим. Я смотрел, как ты на генке подик скрывал, чтобы лететь, появился вопрос. Можно ли достроить сбоку пода комнатку в один тайл, чтобы лечь там и долететь? Засчитается? А вот это хуй знает, кстати, механики. Я даже не знаю, засчитается ли, полетит ли он. Да, да, я вижу, что синий, синий, я вижу, что синий. Security level alert is blue. Пошлите в робо сходим, протез попробуем поменять. Пока тихо стало. Бля, мужики, я вам еще говорю, я техи нижней не показал, это просто ахуй. Я думаю, я прогуляюсь сейчас. Нам нужны бананы. Иди к офицерам. Вот офицеры. И вернули сейчас. Вот офицеры. Приходи, приходи один. Вы тоже один придем. Офицер, Петричку я поставлю. Извиняюсь, за свой небольшой. Есть кто? РНД, когда нам ждать улучшений? Можно к стойке? Можно к стойке. Когда будут ресурсы? Ну, перечисляй мне. Мне нужны новые импланты на руку. Надежда.
ветеран. Попали в засаду. Разрывные. Не знаю, где кошмар бегает. Рука. Сейчас. 3-4 минуты. Поставили временный имплант. Я сам не особо везучий. В смысле везучий? Попробуй что-то руку поставить. Я хочу ее заменить. Она же типа выбивается очень легко, насколько я понял. У меня и глаза нет. Роман. Центральное командование. Сообщение Криптеритим Сыль прилета на разен дети Великий Ивит. Проджет на волк дети Сумбонд. Не то слово, блять. Не то слово. Когда будут? Если нету, нормально. Шутки почесть Михаил Федоренко, раз почесть будут your bone, шутки кит for 1000 кредит. Вот черт. И глаз тоже нету. Офицеру ветеровку не передали, что передадут. Сейчас проверим. Я пока, ребята, сам в таком хаосе, знаете, новый билд, блять, вообще тут. Все в новинку. Вроде выглядит карта-то одна и та же. Есть неплохого качества. Поставишь? Поставишь. Разве ты не ГСБ? Почему в командном чате главы службы 15 завтрак? Почему в командном чате? Как скоро? Помещение открыто в связи с новой целью. Всем отделам необходимо будет изучить для ДНК свои игрушки. Также необходимо будет изучить все возможные растения и самих себя. ДНК-хранилище будет построено на... Как же он таратурит, блять? Офицеры, отчет. Как на кораблике с консольной заказов отделов? Как тут с фабрикаторами? Че, по лаве ее механу? Не знаю пока. Позовешь. О, зарплата пришла. Заебись. Помогите. У тебя есть мелок. Шахтёры нам доложили о таинственном. Где помочь? Убери нас, не помню. Смогу восстановить вашего мертвого питомца. Где помочь-то? Где помочь-то? Где? Где? Оливер Уайт. Оливер Уайт в розыск, блять. Оливер Уайт в розыск. Как он жену? Ну ладно. Говорят, на лаву ушел. Привет, печенек, здорово. Это уже второй на ТГ или все перешли? Да мы коробочку играем на ТГ. Красный может. У кого проблемы? Она заебись. Например, они не двигаются, тащите мне, вернем вашему же чичку живость. Пусть офицер с доступом карго попробует обыскать. Тащим. Тащим. Имеет смысл шахтер. Знаешь, что, мне нужно фонарик найти. Как думаете, он здесь есть? Пинпоинтер. Комбат шотган, блять. Вот я не понимаю, как списком типа все вытащить. Ну, типа из списка как вытащить что-то. То, что тебе надо. Пикапом. Оливер Уайт в розыске, господин Гэсбер. Это мой.
Отлично. Блять. Хорошо, работайте. Верните, хорошо, работайте. Тащите меня, если ему плохо. Карга. Куда привезти? Так, подожди. Взвод цевья. Это уже может стрелять, да? Я хочу фонарик найти, парни. Это полуавтоматический. Господин Герасбе, печать поставьте. Да. Здоров, как дела? Привет, Супермейкер. А я вот решил руль себе для симулятора купить. О, это я, круто. Я, конечно, немного охуел, когда решил в гонке погоняться. Тряслось стол, дай боже. Бля, это классно, да. Руль-то круто. Согласен. Поздравляю с покупочкой. Спасибо большое за сотку, мэн. Спасибо за поддержку огромное. Такс. Где фонарик взять, блядь? На пушку. Или просто фонарик. Да. Да. Это подойдите на стойку. Его обыскали? Его обыскали. Нет еще. Давай, куст. Не могу знать. Работай. Давай, куст, работай. Нет, Макс не в раунде. У него сегодня день рождения, ребята. Последний раз был психологом. Животное ебаное. Говорю, похитили. Запись начата. Ты стрелял в офицера. Нет. Детектива. Энергомеч. Меня на станции даже не было. Оливер Уайт стрелял в офицера. Свидетели говорили, что он его убил. Вот так вот. Нам сообщали, что он убил детектива. Что он плоят делал? Оливер Уайт, мы стреляли в детектива Стас. У него сумки даже нет. Я сумку скинул. Меня даже на станции не было. Бля, как обнюхать? Вы обнюхиваете предмет, не определяете. Меня похитили, кого посоветовал. Как нюхать? Открывай калитку. Кто? Ранено так. Рюкзак украли. Как нюхать? Я пришел смешить тебя. Блять, как понюхать? По какой причине у Оливер был объявлен? А, сигареты во рту нельзя, ебаный в рот. Если его на станции не было. Блять. Мой нюх меня подходит. Проклятый Рамаст Голд. Не мажь меня, но я ебал. Проклятые люди. Не, не могу. Говорят, что девушка в берете и маске. Опрашивай его. Никто не знает, как меня. Говорят, он тебя убил. Да, она потихоньку. Меня туда вернули. Детектив, ты видел этого шахтера? Так что давай. Ты, блядь. Ты его бы раз вижу. Бля, а где посмотреть возраст, сука? Надо было старого вульпу делать. Да. Я возраст не выбрал. А кого видел пос...
последний раз. ТСМ будет запускать или нет? Или тут нету такого? 17, блядь. Есть, я просто не выставил. Да? Да. И что ты видишь? Да, если скоплю, у тебя комп в кабинете. Кто назвал? Возьмите с собой дом пакет. Кто назвал? Тебе конец. Врач, это моя территория. Вызывайте врача в допроску. Буквально ничего. Вызывайте врача в допроску. Что за врач? Приведи его в Ульрик. Элизабет в розыск. Кто меня ранил, меня не касался. Там написано, что Декарту может второй раз посмотреть для более подробной инфы. 24, блядь. Это неправда. Твоим легким вроде скоро пизда. А, нормально. Станция курильщиков. Что там с кошмаром делать? Курево было лишнее. Да, нормально. Кошмара либо сжечь, либо подшат. Жечь. Кошмара либо сжечь, либо подшат. Жечь. А вот. Да. Главное, труд в артиллерии. Рабаст, не бросай, иначе встанет. Будь он проклят. Уборщик от генетики, пожалуйста. Ну так, такая музыка прикольно играет. Идти может? Все, отпускай тогда. Все, отпускай тогда. Элизабет, ты в розыске. Кажется, предоставь латексных перчаток. Священник к тебе. Нету следов. Давай на выход. Давай на выход. Короче, парни, так как у нас сейчас нету НТР и БЩ, у них в кабинетах буквально, блять, как вскрыть его нахуй? Сейчас попробую с тех зайти показать. У них вот такая вот хуйня. Так, а как... Ой, блядь, батарейка села. А как зарядиться? Я понял как. Ладно, у меня ПД сел. Сейчас. А ПД реально сел. А как его зарядить? На любой станции зарядки, правильно? Отчет, офицеры. Гроба готова, сейчас подойдем. Да. Да, вот, тут техи пиздец огромные. Сейчас пойду покажу вам. Да вон, просто заряжаешь его и все. Как и все прочее. Короче, ну кибря здесь два уровня. Верхний и нижний. Нижний — это старая типа станция. Фонарик, да, сейчас надо. Сейчас возьмем. Я его, оказывается, в камере со
Не могу просто пока заряжаться. 99, нормально. Так, вы говорите, что... А вот. Тут свет вообще так классно работает на этой голове. Вот это мне пиздец нравится. Вы посмотрите, ну намного лучше, чем на паре. В плане визуала, короче, ТГ прям вообще побеждает. Добавить привычные глазу вещи все, и вообще можно жить с кайфом. Спасибо, СМО. Спасибо, СМО. Фонарич на дробаш нормально. Я на этот поставлю. Чтоб за спиной не видеть. Да не, за спиной нормально. Станешь? Станешь. Так, где-то тут проход должен быть. Блять, а вот, вот спуск в техе. Короче, вот мы спустились в техе, чуваки. И начинается. Подожди, или это не то? Это не то, это лишь маленькое какое-то помещение. Вот здесь. И все, это начинаются техи. Нижние техи. Теперь слушайте, да я даже музыку выключу. И слушаем амбиент. Тут лестница вон есть. Вот где антагом раздоли. Тогда типа, ну это вообще. Это просто, это еще маленькая часть. Кэпган. Кэпган, это что? Кэпган. Это не 350, это типа игрушка. Тут выход к подам. У меня почему доступа нету. Вот тут много закрытых секций. Ну это старая часть станции. Тут вот всякие здания заброшенные. Да, ща, пойдем кашу лечить, да. Сейчас надо еще походить. Я, конечно, рискую сейчас, но... Ладно. Вот тут. И они, бля, просто нескончаемые. Ливрых насчитал 9 баров. Я говорил, что 2 уровня это самая рабочая схема. Живой уровень сверху и гетто снизу. Это супер интересно, а так ездить разгуляться. Вот еще лестница есть, ну-ка. Ебать, хоп, я вылез в техах. И хоп, я вылез в дор. Короче, блять, это сумасшествие какое-то. Я вам серьезно говорю, отвал пизды. Раз такой, хоп, полез вниз и съебался. Эмбиентик, эмбиентик. Держать мультифаз в руках — фатальная ошибка. Нормально. Это нижняя библиотека, кажется. Да, это я в библиотеке вышел. Я сейчас был, это старая библиотека какая-то. Какие-то картины висят, вон, блять. Если бомба ебанет. И, короче, мы вчера проверяли, ребята, мы подорвали бар, и все, кто был в радиусе взрыва, упали нахуй вниз автоматически. Они, во-первых, взорвались, умерли и вниз ёбнулись. Я говорю, тут, ну, это, блядь, next level play какой-то. Просто next level play. Да, иду, иду.
Иду. Иду. Вот, следы, про что я говорил. Теперь вглядываемся. То есть, так. Это были черные ботинки, типа черные кроссы. Это дыра, что ли? Нет. Буквально next level. Давай, я пришел. Как он цвет ботинок определил по следам. Вот. Может, это у Вульп особенность, я хз. Почему Вульпа? Мне заплатили. Заказали раунд. На Вульпе. Здорово, Станович. Повязку надо снять. Убили его. Глаз тоже? Глаз тоже сделаешь. Начну с глаза. Давай. У меня все равно он слеп на один. Только не спутай. Левый. Вижу. Кто-нибудь принесите мне бочку. Мир с бароменом на паре стал бродом. Офицеры, это просто обязательно не кольного. Давай скорее, урод. Ненавижу тебя. Я хочу, чтобы ты умер. Я себя тоже не особо. Чтобы ты умер. Я убью тебя. Убью. Свет попадет. Принеси выпить! С собой нету. Дай спирта, блядь. Дай спирта хотя бы. Можно ли так стойки? Жжется. Ненавижу. Огонь. Черт, надо было взять все же спирт. Как учил профессор? Ты все еще самый несмешной клоун. Офицеры, срочно бутылку водки в рабо. Срочно. Сейчас принесут, блядь. Сейчас принесут. Сейчас у вас может быть резкое головокружение. Чувствительность. Мимо тоже бежите, о нем сообщали. Клоун задержан. Это да.
знаю по себе. Ненавижу наркоз. Клоун задержан. Но лучше с ним. Я слышал меч. Офицеры, по поводу Дима, в случае его ареста сообщите об этом мне. Просто самого оперировали без наркоза. Водку сюда. Бутылку. Спасибо, Боб. Давай. Только вы теперь не обижайтесь. Его убили. Я пиво пью на... Продолжайте. Да мне все равно уже. Вот так будет полегче. Ладно, за ним. Пытаться на него уже до сих пор не будет за нехватки ресурсов. На сам ёб. Быстрее. Чиять. Мне еще резать вас. Я же не алкоголик Сальтава. Да ты глоток сделай. Так, как мы себя чувствуем? Я чувствую себя немного не в своей тарелке, но я в порядке. Я недавно курил, после напитка, напитка другого все становится лучше. Он же не виновен, мы же его отпустили. Его уже отпустили. Ой-ой, Маккоин, привет! Здорово! Уже 10. Сколько я тут отсутствую? Я не знаю, где ты пропадаешь? Ты вообще... Тебя не видно, не слышно. Где ты? Где ты? Бро, Диш, как дела? Спасибо за ресап огромное. Все? Все. Только я стал воплощением. Будем заменять на лучшее качество. Давай. Это ведь не больно. Не должно. Если только... Но я ее перестал чувствовать. Дела лучше, чем были, как будто потенциал, личная жизнь и работа. Не подначили. Личная жизнь. У тебя девушка появилась? Подойди. Привет, привет, мэн. Черт. Да? И как давно? Так вот истинная причина твоего отсутствия, мэн. У тебя кто-то есть. Вот же оно. Угу. Feel like having a smoke. Встанем. Я что, чат убил? Я не знаю, все сидят, тебя слушают. Чат, чё молчим? Я
Алло. Привет. Привет. Вот это поворот. Привет. Тут руку, говорят, надо снять. Да. Да. Какую? Левую. Левую. Завидуем. У нас кошмар, Данка. А я-то думал, Маккоин, что у тебя там что-то случилось, прям жестко серьезное. А ты, оказывается, девушку нашел. Ну ладно. Конфетно-букетный период пройдет, ждем тебя здесь снова. Ой. А чё, где познакомились? Как случилось на работе, может? Прошу прощения. Как так случилось? Одного из них убили, второго задержали. Они в медбе. Поцарапала вашу. Сами виноваты, дегенераты. Давайте скорее. Давайте скорее. У меня отдел. С кошмаром рядом с ним. Я же гас знаю. Влюбленный волк уже не хищник. А, у меня на работе все 40+, можно сказать, в чате. В чате? Вот так вот. Вэлл закончится, пишешь сейчас? Да, можешь покупать проходку, пиши если что. Я все равно в ФК лежу, меня там ремонтируют. Чаще. Ну поздравляю в любом случае, мэн. Рад за тебя очень. Рад за тебя. Привет, Савина, здравствуй. Привет, привет. Правда, когда кто-то начинает встречать и встречаться, они перестают быть зрителями. Такс. Так что успехов во всем. Надеюсь, это был удачный выбор. Скучали по мне? Ну, конечно, Савина. Как дела? Как там твоя обстановка в жизни? Извиняюсь, Гербер, после вот я вообще ничего не могу нормально ощущать. Все привет. Просто выполняй свой долг. А похуй, Харим. Мне главное, чтобы руку нормально поставили. Здорово, Миргл, привет. Чё, пропустил? Раунд на вульпе. Все, к сожалению, еще глубже год. Но я все еще теперь... Я еще теперь не могу ходить нормально. Чё случилось? Завел котенка, назвал Шулей. Бегает по потолку. Это канонично? Интересно, что в билде есть. Так сам зайди, Харим, почекай. Тут все новое, буквально. Ну, в плане функционала, конечно же. Визуально-то практически все то одно и то же. Капитан, ты живой? Видимо, перепил в баре и сменил расу, да? Нет, мне заказали, ребята. Это заказ. Это заказ. Я уебался, у меня ушиб, повреждение сустава. Пизда. Хорошо, что не перелом. Кстати говоря. Так это вообще бы было просто ужас. Чёрт, кто вам делал операцию? На альтаме делали. На альтаме. На поле. У вас часть плоти прижилась к протезу. Черт, первый раз такое вижу. Ебать, часть плоти прижилась к протезу? Вот как. И того клоуна нашли. Без вещей. Давай спилим ее нахрен. Я не знаю, как тут его снять без повреждений сильного конечности. И новую поставим. Давай, пили. А я... Дай водки! Нашли, мы его вели потихоньку. Я
Вы на месте! Дай водки! Пизда. Здорово, замок, привет. Здорово. Привет, привет. Жесткая боль, блядь. Да бей, блядь! Пизда, он там руку отрезает. Блядь, ну как? Я не верю, нахуй. Вы чувствуете укол? Вы наполняетесь позитивными ощущениями. Легче. Ты как и я, живем следующий день. Все. Да. Ох, все закончилось. Гавкай, я разрешаю. Я смотрю на срач в операционной. Черт, мне что-то уже самому нехорошо. Все? Все. Нет, непонятно чей. Закончил. Да. О, блядь, реально новая рука. Это получше. Это выглядит лучше. Это выглядит лучше. Я вспомнил о плохих днях. Центральное командование. Сообщение агентства по разведению коров на Натрезин в окрестностях станции было замечено мудрая корова. Не забудьте спросить у нее совета. Спасибо тебе. Так удачи вам и не будь как я. Железо скоро. Уже все. Спасибо. Так, отдел. Я пережил операцию. Отдел, я пережил операцию. Поговорим. Еще у нас смешно в этой станции. Давай. Мудрая корова. Поздравляю, шеф. ДСПВ нужны для переговоров. Затянуто у нас. Иду. Иду. Да, сука. Добро, дитя. Мясо есть? Мясо есть. Так, ну, в общем, я наконец-то, поэтому могу заявить ответственно. Варденовый огузок, как вы сушили? Варденовый огузок. Мы вам приводили того клоуна. Ребят, посмотрите, у кого был мотор. Он был с пилой. Пока от поваров еды дождешься. А вы его, получается, покрыть. У него карта СВ. Кашель лечить будешь? А мне кажется, он не лечится, этот кашель. Мне кажется, это от того, что сигареты. Что происходит? Почему? А его нет. Почему булькает? Что-то рассказывай, как жизнь, как день. Да все хорошо, отлично. Все супермен. Какой еще мог совершить подобное?
Ой. Кто меня звал? Кто меня звал? От сигарет можно лечить. Ага. Так, я после операции. Я после операции. Какого? Какого? И меня чуть не убили. Это не мои части. Офицер говорит обратно. Не по моей. Она в ней. Вы убили кого-то? 309. Вы убили кого-то. Кого-то убили. Были с картопками. Без балла. Никак нет. Никого не было. Рисованы там были кошмары все. Слышу тебя, Джек. Да дай бог попасть. Мои матери тебе применение, она убила меня. А вы сразу... Там за картонными кошмарами прятались? Один офицер посмеялся и все. Чейков у нас закончились года. Мы нужны... Элизабет Фейн в розыск. Неси еще. И без карты. Разбирайтесь. Я сейчас. Мне плохо, блядь. Неплохо. Блядь, что за хуйня? Мне. Блядь, а что за хуйня? Ага. Мне хуёво. Мне хуево. Что такое, шеф? Варден, командуй. Мне плохо. Да, блядь, что с вами? Я не знаю. Здорово, Туби Хьюман, привет. Бля, может пройдет? Хотя вряд ли. Не, не пройдет. Шеф. Вы чего? Вам еще хуже, чем мне. Чертов роботехник. Пойдемте, вы яд отведу. Да я сейчас сдохну уже, ебать. Я в моменте подумал, что лучше становится. У тебя водка усваивается и ебет желудок? Не я одна с недугами. Да там уже крит, ебать. Блять, не пережил операцию, походу. Ого, ну снова вульпа ГСБ. Да, ребята, да, заказали. Снова заказали вульпу ГСБ, все верно. Блять. Что покажу, Павел? Да все тут уже как бы ГГ, блять. Ты вульпа и плохо бухло переносишь. А как еще операцию без наркоза можно было делать? Так, ребят, сейчас подойду, один момент. О,
Опа. Алкоголь победил. Я думал, что не из алкоголя. Угу. Я так не нужен был. Пился до смерти. Да, блять, меня ж вроде в моменте отпускало там, нет? Или я все перепутал? Или я все перепутал? Че он не дохнет? Сырое мясо поел, думаю, тоже не проблема. Хотя душ с алкашкой еще как. А, спасают все-таки. А у нас медики уже, кстати, разобрались, да, что делать? Рабаст голда не было давно. Они сами еле ходят. Угу. А вы на ТК переехали или это только на пару раз? Ну, я думаю, на перспективе мы переедем. Уже с концами. Нет, типа пара будет существовать. Мы же не закрываем серверки пары. Просто ТГ выглядит свежо, блять, интересно. Вот. Тут еще и карту делали киберряд. Я вчера вообще охуевал. Типа, ну... прям идеально. Ну вот видишь, Маккоин, ты вот ушел от нас, и все. И пара умерла, блин. С концами. Да я на чуть-чуть, понятно. Мы умерли. Авен про нечто будет, не знаю. Если Ульпа плохо переносил какой-то, зачем они нужны? Нас должны резнуть. Интересно, а мед ТГ сильно отличается от меда пары в плане функционала? В чем принципиальное различие? Как же у меня плохая с этого 4-го акта в доте ебучего сапера? Да, сильно. В лучшую сторону или в худшую? Угу. Сложнее, но интереснее. Ну, это круто. Просто другой. Менее казуален. Да, это круто тогда. Это круто. Тут нет такого, что ты взял мендер и захилил себя.
Это тоже круто. О, реанимировали. Блять, мне кажется, после этого раунда ГСБ точно уже отправляется на пенсию. Вот этот, да, монах? Я же могу быть в этом уверен на 100%. Кому как, куча операций есть, можно свою машинерию делать. Химики теперь должны следить, что варят. Нет? Пиздец. Вот так вот. Тут есть отдельная операция на отхил определенного вида урона. Можно кучу брута или берна захилить. Блин, это круто. Как будто хочется в меди попробовать. Чисто для общего понимания, что и как. Он слишком молод. Да нет, я его состарю, наверное. Я ему там сделаю под полтос. Чтоб был такой прожаренный. Нет, 35 мало. 47 норм. Оповещение от капитана Автиха, живет мирный Найтмер. Он ранее был шахтером. Просьба его не убивать и лишний раз не светить на него. Он вполне безобидный. Также запрос хоп сделать для него ID и помочь совсем необходимо. Сигарету! Сигарету! Срочно! У вас легкие отказали. И печень. А, бля, чуваки, у меня легкие отказали от курения, нахуй. Здорово, Мада, привет. Блять. И печень. У меня также чуть не случилось. Что тут у нас? У нас пара. Ой, пара, блять. У нас ТГ, не пара. У нас ТГ, ТГ моменты. Нам просто интересно. Мало выводит. Рабас. Надо что-то сделать. Ну, звучит круто. База, ну тут долго в крите отлежался, однако. Сиги были отравлены. Пора, кажется, бросать. Дай сигаретку, СМО. Не протяну. Сжечь эту тварь, да? Не протяну, Дагматарад, метай. Не протяну. Если обещаешь, что будешь делать перерывы, то дам. Я воевал за свой дом. Если не так часто курить. Всю жизнь воевал. Мне жизнь не мила. То легкие не помрут. Поэтому. Так что это неправда. Я тут. Дайте проклятый рабас гол. Хорошо. Уже сразу лучше стало, блядь. Его новейшие киберлегкие. Давай и мне. Они должны отказать. Курить сидец хочу, но не могу. Кибервульпа, блять. Вот так вот, чуваки, дожили. 60 урона легким моим. Так что пока не поставят киберлегки. Не буду. Организуй, пожалуйста. Блять, по твари. У нас теперь даже товар есть. Голый мужчина пиздит грузчика у карга. Я не говорю про бар. Еды хочу. Сейчас будет. Мясо. Мясо. Что будете? У нас это все есть. Мои легкие? Мои легкие? Мои легкие. Мои. Мои. И застряла. Бля, сколько сейчас онлайна, кстати? У вас новые. Кибер. 82 игрока, ебать, на обычном раунде. Вот давно такого не было, чуваки.
Сожри легкие. 82. Вот и думаем. Теперь не Вульпа, а киборг. Убийца. Это ТГ? Да. 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 Угу. Да. 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 Хорошечно. Киберпёс. Да. Мяу. Хорошо в колбе с тигой в зубах. Охуенно. Вы чувствуете сильный аромат смоук и нотку expensive metal. Спасибо, СМО. Спасибо, СМО. Не, только не трогайте меня. В смысле? Только не трогайте меня никогда. А ненавижу. В смысле что? Простите. Поставь мне уже киберлегкие курить. Да, в смысле что? Пиздец. Сара кушать хочет. Послышалось здесь что ли что-то? Подождите, поменьше курите. Элизабет говорила, что детектив сам ей отдал револьвер с кобурой перед тем, как отключился. Походу была валя. Бочка. Начнец. Найпер, подойди к тому же месту, где мы видели. Ой, не даю. Ядерные оперативники и инженерка из Нитвы. Присаживайся. Опа. Почему уборщик варит, блядь? Варит суп, блядь. По-чьему уборщик варит суп? Отдел, я вернулся. Прыткая макака. Отдел, я вернулся. Есть у меня к вам дело. У нас работа. У нас работа. Инженеров Каркер. Айда, поехала. Где? Скажите, где? Слава богу. А что он меня так медленно ходит? Потому что настроение говно, да? Это было не слишком гигиенично есть. Ага. Блять, а вот... Так, где должна быть лестница? Серьезная опасность. Службе безопасности рекомендуется иметь оружие полной боевой готовности. Выборочные обыски разрешены. Оповещение от капитана внимания. На станции угроза оперативников. Блять! Ушли в космос. Эй, люди! Есть поесть! Куст! Thank you.
куст мертв. Подкарга в космосе. Ну где они, блядь? Вот техи огромные, к ним пока непривычно. Но как же, блядь, круто, а? Что они такие здоровые. Да, мы здесь вылезем. Так-с. Так, думаешь, он один? Мидраунд. Бля, уже раунд просто 2,5 часа идет, как будто бы уже пора его закруглять. Он полностью автоматически. Угу. Там просто выход в космос. Так. А, меньше, время кривое. А, блядь, просто их смотришь. Психологический порог такой, типа, блядь, сколько? Сколько? А, плюс время лобби еще было, понял. Бля, как будто вот надо срочно как-то себе настроение поднять, но не знаю как. Я в порядке. Но двигается все равно медленно. Но на киберяде много прикольнее играть, просто потому что ты знаешь, где все. Ну, посмотрим. Глава персонала с дескономки. Вражеский оперативник вокруг мостика бегает. Сейчас у моего офиса. Некогда. Некогда. Ах ты, сука. Аттентион. Статион в виде энергии кодикорит. Актис рестриктион сон ментинан киан экстернал. Ирлок скавидейн лифтед. Подстрелил меня. Сучий пес. Че, ты еле ходишь? Настроение говно. Уберите его! Блять. Пиздец. Пиздец.
Вот это вот, зато тут реалистично, нахуй. По СБшнику, блядь, дал урона, и он умер. А на паре, нахуй, там бы они 10 тысяч лет бегали, резались, и опять бегали, и опять резались. Это тоже мне на ТГ очень понравилось. По тебе дали урон, все. Иван Арбузов распарывает вам голову с помощью энергетического меча. Ваша броня была пробита, ваша голова разрывается, и вены начинают брызгать кровью. Это ланоп? Что такое ланоп? Что такое ланоп? Похоже, будет киберголова, блять. А мидраунд такой. Главное, что легкие целые. Он... И все это время, блять, он лежит и курит сигарету. А, одинокий нюкер. Да, скорее всего, это он, чуваки. Вероятнее всего, это он. Вероятнее всего. Я немного грущу. Терпи снова. Я не слабак. Тогда терпи. Я служу догмату. У меня есть морф. Как скажешь? Нет! Да, заметил, цену. Это круто, это очень круто. Ну тогда терпите. Надо медиков много. И не кричите. Подъем и в бой. Убили его. Бля, он телекома ёбнул, да, нам? А он нам телекома вырубил. Сука, он живой! Бля, пизда, ничего ему не сделаешь. Он еще и бомбу въебашил. Легкие пробил, что ли, опять? Это что за тип, одинокий нюкер? Шовнуть он все. Но у меня аж пушка была в руке, или я с пушкой тоже могу, которая на рейндж. Я тоже могу ее, ну, типа, ее толкнуть. Шовнуть — это же толкнуть, правильно? А, и было двое. Ага, понятно. Блять, дайте уже нахуй Вульпе умереть, блять. Нет. Здорово, Вудкат, привет. Потому что я не полностью здоров. Вот почему. Короче, вот здесь он пробил дыру, блять. И я так понимаю, все, кто сюда наступят, вот сюда вот, наступят в этот тайл, они провалятся вот сюда. Насколько я понял. Ладно, сейчас, может, поднимут еще нас. Вообще, Миндрава Топсова должно быть трое, по-моему. Но почему только двое? Хотя оперов ролило 6 человек. Да, я понимаю просто, монах.
А как космос за уровни работает? Слушай, вот этого я, если честно, не знаю пока. Мне сказали, что вроде бы пейдж-ап-пейдж-даун нажимаешь, типа, и опускаешься. Глянь на мне, а я в раунд ищу кону. Чё, как вам Киберриада, чуваки, новая, те, кто поиграл уже и вышел с раунда? Ваше мнение? Я вчера был просто в восторге, блять. Вот этого нам не хватало. Кнопки типа хуй с ним, научишься нажимать. Но новая Киберриада это просто, блять, жемчужина. Гейты есть, все есть, и гейты есть, и битранинг есть, и... Блять, чего тут только нету? Чего тут просто только нету? Киберриада выглядит шикарно. И играется шикарно. Трампа нет. Бля, он тут не нужен. Трамвай нужен. Гейты есть. Профессии гейтера нету. Пацаны, ну все добавится. Дайте время, блять, разработчикам. Мы еще... Это еще не финальный запуск, кстати. Чтоб сал в подъездах. Нет, чтоб кнопку лифта нахуй стоял, нажигал, блять. Чтоб она почернела вся. И проплавилась. Ну что, скажешь, что про перспективные свои билды перед парой. Он красивее визуально. Он красивее контентом. Он менее лагает. Что еще сказать, блять? Говорят, что он в плане кода лучше. Говорят, что он лучше для ивентов. Здесь много что делается. И, в принципе, у нас очень апарадайзенный. Как сказать правильно? Короче, билд очень многое себя воплотил из парадайза. Вот. Это даже не совсем ТГ. Вот, более удобный маппинг. Есть Z-уровни, то есть это Z-уровень. Выше, ниже, типа хочешь там несколько этажей у тебя будет, хочешь менее несколько. Вот. Не знаю, чем космос еще наполнен. Так, пара — это ответвление от ТГ. Неказуальная медицина. Возможность смертей нормальных. Ботаника с ТГ. Ботанику не пробовал, не знаю, ничего сказать еще. Здесь гейтеры именно, что профа для исследования. Иначе мальчику не на весь раунд, чтобы не пересекаться с экипажем полтора часа. Ага. Угу. Ну это круто, кстати. Это реально круто. Просто охуенно. Не может не радовать, как говорится. Космос вроде тут хороший, насыщенный. Я говорю, нам нужна Трурель, нам нужна Синди-база и предметы, которые мы делали именно для Парадайза. Ну, типа, это наши предметы. Я говорю про стили всякие, мечи там, хуйчи, кончи и все прочее. И будет вообще супер охуенно. Супер охуенно. Вот. Плюсов, конечно, больше. Я там, типа, не говорю, что пара говно. Пара наш родной дом, мы к ней привыкли. Но ТГ выглядит очень свежо. Вот. Так что да. Просто пара не будет сегодня? А какой смысл, если у нас есть такая же карта, блять? Антагов можно и тут попробовать. Я вчера сыграл на Антаге. Я охуел. Это было очень круто. Это был очень крутой раунд на Антаге. Вот. Бля, или я не слышу ничего? Пара — это родительский дом, но рано или поздно с него нужно уехать. Звучит хорошо. Визуально я не вижу, ну, типа, я только вижу улучшения. Потому что нам та же карта, типа, у нас, ну, нет только нескольких аспектов.
Там за ЦКшника не поиграть. Вот. А в остальном... У меня почему-то ТГ пингует в отличие от пары. А у меня, блядь, пара пингует в отличие от ТГ. Второй раунд, да, я думаю, сыграем еще, парни. Вовка попозже будет. Я не наигрался. Я говорю, у меня сейчас... Блядь, кто... Кто я, блядь? Кто я? Я зеленый! Я зеленый хуй! Что это такое? Меня прокляли! В смысле зомби? Да это, блядь... Или я зомби, блядь? Где я? Я ничего не слышу. Я оглох. Откройте двери. Ебать, все СБ мертво, блядь. Бля, я оглох. Оглох, походу. Оглох полностью. Ничего не слышу. Зато курить можно. Я охуел, как быстро умираешь. Был деком. Тут въебал тип с 357, я умер за секунду, никого не успел сделать. На паре после 5 выстрелов на 357 еще побегать успеешь. Тогда, типа, Жудас, мне это пиздец и нравится на самом-то деле. Что здесь урон имеет значение. И если твой персонаж подвергается какому-то урону... Не, не слышно нихуя. Мир? Мир. Я слышу. Я слышу. Спасибо, боги. Спасибо, боги Альтама. Прием, живые. Безусловно, что делать? Нет. Какие приказы? Уходим. Домой. Еще оповещение эвакуационного шата, прибытие эвакуационного шата Шутлюндер. Конструктион совершил стыковку со станцией. У вас есть 3 минуты, чтобы добраться до эвакуационного шата. Attention. Чем из-за остави хумблы, таск фора, субстантиал амаунтов, инкоми форзы, футури ресерч оф оу в каосе. Фиксу револ, я шами и флёу бот сик, бут викан фикс зад. Чё за... Помогите. Помогите. Ну не нормально. Тогда вопрос, а что стоит атака, все вырежут СП за первые 30 минут? Их цели? И ответственная игра за антагониста? Центральный командор. Да-да, Макс, можем. Пойдем на Кибериаде играть? Супер охуенно. Она здесь супер охуенная. 15 минут. Окей, без проблем. Окей. Бля, шо с шаттлом? Ебать, это что? Внимание, Элла лаунчил за Изотион, Ревакет стрел за Изотион, с ней едет. Блять. Да, сука, ебать. Кто враг, блять? Сейчас, возможно, станция шаттлом полетит. Это баг был? Ладно, ничего, если баг есть, незначительный. Хватит с меня войны на сегодня. Хватит с меня войны на сегодня. Как тебе механ покупки шаттлом? Тут разные виды, даже с СМом есть. Бля, звучит круто на самом деле.
А это что за тряпка? Следуй и преодолевай препятствия. Вранье. Блять, а что это было в шаттле, чуваки? Объясните, что это было? Почему там все друг друга стрелять начали? Ну вот он. О, убили, блять, его. Еще один. Ай, блять. Стоять, блять. Ну вот сейчас тоже пролаги есть. Кто там говорил, что лагает? У меня тоже есть пролаги. Это имеет смысл. Прям такие хорошие. Но у меня и настроение у перса хуёвое, он медленно двигается. Это бомжи, за которыми охота. Ага. Очень классно, в отличие от пары, это реально более реалистичное повреждение тела, когда гуманоиды умирают с первого-второго выстрела в голову. Так, ну что, просто, монах, ты доволен жизнью и страданием Ри? Как там его? Блять, как перса зовут, ебать? Ри? Я знаю, что его зовут Ри? Короче, стража севера. Да, пиздец, а не смена, я согласен, блядь. Рик Ролл. Норм, жди еще. Бля, может уже, может кто-то кроме Вульпы есть еще пожелания? Может скреллы там какие-нибудь? Вот это вот все. Почему мучение на вульпах именно? Только он бросит курить. Да без проблем. Скажешь, какие треты, я пикну. Без проблем. Закажите моль. Муартаяр тут еще нету, ребята. Интересно, когда будут обновы, блять, по расам? Вот это было вообще заебись. Да, блять, они там... Бля, настроение вообще жестко роляет, надо его постоянно поддерживать хорошим. Битранер норм ролика интересная. На что он влияет? На твою скорость передвижения, на общее состояние персонажа, как он себя чувствует. Он там не хочет ходить, блять. Ебать. Что за ракетная атака, нахуй? Блять, на нас атака. На нас атака. В укрытие, блять. В укрытие. Давайте на экстрем, еще Макс подойдет, кстати. Так. Ракеты летят. Кстати, если мут убить в ноль, то кукла заделает... Ага. О, как. Зря я сварила мед. Так, хорошо. Нет, тут же трейты можно пикать в создании перса. Может взять трейд на хорошее настроение? Были бы турбой собакой.
хочу домой. Хватит с меня. Все здоровые. Хватит с меня. Хватит с меня. Тут же трейд, и можно пикать создание перса. Да, да, я уже ответил. Чем настроение бафается алкашка? Хорошая еда, соблюдение того, чтоб ты, типа, то, что ты набрал, ну, соблюдалось, грубо говоря, чтоб тебя не трогали. Привет, пиксель, здорово. Я так заорал, ты не понял, как кобуру надеть. Охуенное возвращение. Ну так, да. В аркады мы поиграть можно, настроение поднять. Ну надо смотреть. Так, ладно.